карбонаты, который был, да, в прошлом году. И вот органический азот, и вот видно, да, сразу. И здесь 120 килограмм азота чистыми. 120, потому что мы все едем только с кассом. Первый раз 100 литров касса было, второй раз 200 литров. И сейчас вот едем третий раз, 100 литров даем. 85 литров, 85 литров. Физическом. Вот он едет с шлангами, да, шлангом. А так мы опрыскиваем, все время опрыскиваем, и по летнюю пшеницу я покажу, как мы обжигаем, скажем, до того момента, пока идет кушение. Мне, не скажем, что очень нравится, но я не беспокоюсь, когда все поля рыжие у нас. Потому что есть здесь опять такая чуть-чуть логика. Если мы берем это лайстишина, он такие капли, да? Капля, попадая в это место, концентрация очень большая, обгорает. А если ты даешь миглу, да, он и здесь та концентрация на и он получает это, не обжигается так сильно, и он растет, и везде тогда есть для корневой системы, и он возьмет здесь, потом отсюда лимус работает, и все. А если мы только со шланзиком, если здесь со шланзиком опять одно дело. У нас шланзики идут между 25 сантиметрами, да? Но можно и 50, но если ты сеешь на 30? 12 сантиметров и ложишь на 50 сантиметров шланзики, как... По половинам может попасть. Да, половина без удобрений. Да, половина без. У нас три из четырех опрыскивателей 7-25 сантиметров. И опрыскиваем мы, ложим 25 сантиметров все время. Все форсунки работают. Чем меньше это было, чем лучше. Ну, так. Инуме уже 10 лет. И вот мы купили инуму, вот у нее первые положили это 25 сантиметров, которые открываются. Там быстрее едешь, медленнее едешь, чтобы меньше человека этот норма была. И все будет. Это на 30, да? Это все хозяйство на 30. Кроме аватар, который сеет 16,2. Да, аватар 12-метровый есть 25 сантиметров. Ну цисни лопату сюда. Свистни. Цисни. О, как легко и просто. Здесь такая земля, не дай боженьки. Но не красная, как у нас. Да, она черная такая, кирпич, черный кирпич. У нас красный кирпич. Да. Шли на пьемы, что-то что. Бет вестех, если субира, трупа, не рак и плита, как сосимуринта. Здесь зепелин, да, ранний сорт. Здесь венделин, там босс. Да, вот я смотрю, что... А венделин по какой? Он поздний более или... Ну, смотрится, что он ранний, что уже смотришь, уже идет колос. Выходит. Колос уже вот, да, вообще, да, наверху. Уже выходит колос. Вот здесь главное, чтобы были большие. У меня бывает 6. Да. А категория какая его? ТД. Здесь ТД. ТД, это по нашему, как? Б. Ай. Д. Прибасик, потом будет Д. Первый, второй или экстра? Ну, это экстра выходит. Потом выходит Б, потом С1. А, это еще. Это ТД. Верно. Да. А как видите, урожай получше бывает из получше категории? Когда я привожу с Германии, первый год урожай хуже. Практически все сорта, которые они выращивают, хоть они и выращивают, считается, шведский или какой-то, они выращивают там, где лучше растет и больше они могут взять. А потом идет вот к нам, и мы там чикаемся годик. И потом только вот на следующий год он дает хорошую честь. Если он не гибрид, разницы С1, С2, С3 нету, если ты можешь соблюдать чистоту и качество
этой культуры. То есть генетические свойства не теряются? Нет, не теряется, если ты можешь его, скажем, чистоту, но... чистоту соблюдать, если тебе он не мясозедов, как это? Ну, нету соседних растений, да, да, да. Ты так, родственных, да, растений. Ты так не можешь, потому что вот этот человек, который Угис, он делал диссертацию, и вот мы это, мы сеяли Б, С1, С5, т.д. Поэтому это полоса, да, здесь. Ну, это оставлено там Зеппелин. Да, да, ну, да, между сортов. Да, и там вышло так, что С3, С4, С5 пшеница, то, что мы выращивали дома, не давало ни чуть-чуть меньше, ни чуть-чуть меньше, но чуть-чуть больше, чем то, что привезенное ТД. Потому что она не может акклиматизироваться сразу к нашим, да, и потом только она. Но мы не можем эти свойства, и они смешаются. Вот возьмем там Зеппелин, возьмем это, да, и мне как человеку, который выращивает семена, конечно, нравится, что люди мешают, делают эти мешанки. Семена там не выходят. Семена там, конечно, не уходят. Ну вот, это мне нравится. Я сразу скажу. Это честно, но... Я честно, но... Потому что у одного зерна побольше, поменьше, подлиннее, покороче, да? И в триерный блок как-то ты запускаешь по сетям, да? Ты отнимаешь, какой-то сорт отнимаешь. Все. А тогда, когда ты сделал... Вообще там про семена еще можно говорить и говорить. Тема широкая очень. Ну, давай, рассказывай. Ну, вот почву, если смотреть, там глина, где нет растений, да, не было. А здесь вот с растениями и вот с плохером, как творог, видите, как она сыпается, вот, маленький. Здесь тоже 3 года плохер. Больше. 18, 19, 20, 21, уже пятый год практически. Уже не 1 миллион заплатили. Ну, уходит. Они просто так, как и дает эти билеты нам. По 20 евро. А то быстро сел. Это никакого роста регулятора не было, ничего. Ну, да тут и не надо. Нет. А она для болезней? Один фунгис здесь, спреаксортус курбатурс, 0303. Курбатур. И больше уже не будете? Будем. Когда вот выйдет уже колос. На колос. Чтобы не были колос, красные. И да, и это, чтобы было семенному материалу, должно быть там болезни, ничего. Чтобы мы были... Идеально. Чтобы все это было идеально. Ну, да. На семенной, конечно. Да, там... А если не для семена, то тогда... В этом году ехал, потому что фунгицид не стоит так много, как селитра. Но есть такое мнение, когда селитры меньше используешь, и болезней бывает меньше. Ну, здесь 120. Да. Покажите, где еще есть 120. Да, везде 160. Не, у меня нет, 150, я 150, самый, да? Большой. Вот, не, сейчас вот уже 150, вчера здесь было 120, сейчас 150, потому что 85 литров йотом, это не полных 30. Ну да, 150. Да, сейчас будет, но цвет, скажем, но мне цвет? Здесь надо получить эти... 7,5 здесь. А плохер тут только почва или... Да, или... Только почва. Хочу... Комби листья и... Расскажу, почему я еще не ложу это. Потому что сделаем почву, потом начнем с комби лапа, с комби все еще... Плюсы будет. Потому что кризис этот еще длиннее залезет. А мне уже еще запас. Не, это я. Пиздюки. Вот колосы. Бывает, что, скажем, только в июле вот колос выходит. Июле, да, в конце июня. А в этом году будет больше. Из-за чего?
Не знаю, но здесь посел какой-нибудь август 27-28, надо смотреть где-то так. Угу. В конце августа здесь этот посел. Ну, Зеппелин, он более ранний сорт. Но он самый ранний, который, вот я смотрю, что этот венделин что-то тоже будет ранний. Угу. Но Зеппелин мне нравится, сам по себе сорт нравится, потому что смотрится, что там ничего нет, соседи говорят, а у него урожая не будет. Хуя! Да, так как смотришь, то 7,5 здесь. Да, да. Где-то 5, не больше. Да, да. А так вот, когда убираешь, да, эти полные ну, варпа, как его, да? Да, варпа. Да, да, и зерно большое, клюква масса большая, маленьких клюква нету. И все, там наш есть, съедешь и радуешься. Соломы нету толком, да? И вот это перебитка было трохи. Токи жемя, прощался, оплаживает, ну, курсу скильнеюсь. Фірматис, pavyzdžiui, pasižiūri, tas sluoksnis seniau buvo, kur kai nebuvo dar nupurkšto plokerio, tai buvo atlaužyta, jeigu didesnis gabalas, tai ir šitas pilvas didesnis. O dabar ar mažesnis, ar tas pats praktiškai storis, nu, daugmaž vienodas atitinka. Nėra tų istorėjimų, tokių daugiau. Tai va, sakykime, tas drėgmės. Matai, pas manis, pavyzdžiui, jeigu nuo tilda technologija plus, da, pas manis va šičia būna milijonai skilučių. Taip. Nes pas manis kirminiukų daug yra visokiausia. Jo, pasirinkti daugiau mulčio ant paviršio. Ne? O čia pas manis va tokių va dalykų kaip šičia, tai nėra. Nu, bet čia, kaip jisai pasirinkęs tokį variantą, tai jisai iš dalies teisingai. Šitam laukė 17 metais buvo pupa. Tai kai sėjo su keisų kvatraku ir 6 metrų fokusui, traktorius 4 km per valandą greičiau galėjo. Mhm. Но здесь земля такая, что... Вот, сколько там 4 километра сейчас стоит? Бля, да пиздец, я могу показать, все это видео найду. А, ну. Там кейсу он не заделывал вообще, ничего. Не... Стояли? Ну, открытые стояли, там в этом глине, ну он как, про... как в масле. Угу. Такое сделал. Там... Басфовский, он удерживает, чтобы он не уходил. То есть как клей? Нет, нет. Он сюрист. Не-не. Я ж тип супротив. Здесь тоже. Здесь меньше таких, которые. Если там только один и попался. С тремя, да. Нет, с два вот. Ну вот. Ну выходит где-то около 700, опять этих 500 я получаю около 700 варпов. Колосков. Да, колосов. 500 посеял, да, и вот в таком виде я, скажем, больше не иду там на здесь. Если погода все будет хорошо, за 7 тоннами здесь будет. Самое большое, что я с 400 гектаров снял, это 8,3 тонны с летней пшеницы. Это мы в день, один комбайн, там 120 гектаров поля было. Везли больше, чем грант, потому что летняя пшеница, она легче убирается, да, не такое сопротивление, да. И с комбайном сняли, если там рекорд был сколько, 600 тонн, а мы сняли 670 или как за, ну не за 8 часов, как и не, а за 12 часов. У нас очень-очень хорошо идет он. За 7 тонн проблем нету. Но а тут сорт какой? Ликомеро. Ему надо будет здесь еще один уменьшитель роста и фунгициды. И тогда два фунгицида. Один уже получается? Нет, еще. Я эти листья, вот эти листья не считаю нужными. Да, потому что обжигает. Никогда я не видел у себя никогда этого милтраса. У меня нету. Так же, как в Тайване, я пошел на массаж ног, они мне сделали педикюр. Говорит, давай снимем эту шелуху с этого, да? И положили меня так, и там серы, эту
хуйню это положили, она начала течь и внутрь между пальцами. Выжигает, я ору. Жена говорит, вот видишь, как нам больно, да? Спи. Мы это делаем всегда. Да, блядь, я не могу терпеть уже. Я говорю, жопа там, та пришла, блядь, корейка, посмотрела, вау! Фроте, это одеялом, блядь, фроте, знаешь, что это? Да. Она на меня как напала, на это, на спину. Дынш! Все! Ничего не чувствую больше. Где она там попала? Да, пункт. Все, ничего полностью. Делай, что хочешь. Она обработала все, все сделала. Жена орет на ха-ха-ха-ха. Я говорю, что? Спрашивает, в какие ногти покрасить, в краску какую-то. 20 денег взяла за это. Потом я ухожу, блядь, уже все пиздец, все это выжило, все полностью эти, да. One moment. Что, блядь? Она, блядь, спирт так. Ну, чтоб дезинфицировать. Блядь, опять все, все болит. На следующее утро встал. Понимаю так, а там как у лягушки, блядь. Знаешь, все, полностью. Это, как, ну, там, инфекция, все там. Два дня в этой, не в пруду, в бассейне. Не в бассейне, а в море. Вот сейчас никогда грибка нет. Ничего, все сожгли нафиг там. Так же и кассы сжигали. Просто попиздеть. Ячменю я боюсь испортить хоть одну нижнюю. Когда ячмень сходит, я сразу лью ему 100 литров. Выходит 100 чистыми касса. Да, 100 чистыми. И потом больше не лезу. Раньше карбамидом работала, сейчас вот только как он сходит. И потом не лезу к ячменю вообще. Как сейчас есть этот басовский протравка с фунгицидами, значит, я ну, эти первые листья, чтобы они были живы. А пшеница по барабану, мне надо, чтобы третий корок лист был и то. Чтобы он был живой, тогда можно получить урожай. Скажем, чуть-чуть иначе. Mm-hmm. Потому что у нас с этой площади с 4300 гектаров 1200 озимые и остальное летнее. И если я не получаю от этого... А то почему больше зимних не сидит? А потому что... А зимы я на семенной материал так много не купит. А риск на летний всегда есть, что не посеет, не вызимует. И продаст да. В Скандинавию, и в Чехию, и в Польшу намного больше. У меня выходит этот бизнес лучше, потому что всю зиму мальцы могут работать. А на зимы сделать один только месяц, ну, да. Там очень-очень-очень-очень маленькая, скажем, зимы, промежуток маленький, да. И если есть, там есть. И потому вот такие очень, я не знаю. Поедем, посмотрим мы, где есть посеяно овес вместе с овес с горохом. 700 гектаров. Ну вот, чтоб вы поняли, здесь плохо, только пришел этой весной. Ну, горох в общем-то, он работает, и у него есть эти бактерии. Конечно, не столько, если ты бы азота не дал, тогда он бы... Я бы проебал на овес. Ну, конечно. Ну, не, но они работают вместе, потому что в одном рядке... Ну, может, и не столько получил бы урожая, но для почвы, по-моему, это было бы лучше. Но неплохо и сейчас. При этом выходит там своих, наверное, базогранный бутоксон свои каких-нибудь 60 евро выходит на один гектар опрыскивать на сорняки. Но есть плюс, если такая смесь и 50% гороха, у нас платит 80 евро. Ну, у нас тоже 50. Ну, вот. И вот на это я и играю. Чтобы 50 евро получить. Да. Такую смесь покупает даже? А?
Išmoka duoda, jeigu pasėjai. Ладно, если дальше брать, тогда высушить горох этот намного легче, он не разбивается. Тут уже... Плюсы, одни плюсы вот это. Это оставляется много половинок, половинок гороха. Не, как тик мажоу. Он не разбивается. Как тик мажоу трайшкоси. Бывает, да, но нам на производство, на мука и все остальное, это нам проблем нету. Но если один горох, тогда нужна эта сушилка 40 метров со всеми. А если это, когда сверх-низ разбивается, схоже с 60. Да. А если с овсом, вентиляторы запускаем в бункерах этих, да? Пробиваем, он разбивается, это влажность, да? Сушка, хорошо тогда снимаешь с простым петкусом, в этом году 96% горох, все, как у людей. Mm-hmm. А так, блин, если я говорю мальцам, уже давай, надо сеять горох, там, гектаров 200, они говорят, тебя убить сразу или как? Ну, там тын-дын, все время камни, все. А здесь он стоит, 2 тонны есть гороха, 3 тонны овса, все, никаких проблем. Математика работает. Учиться и учиться. Taip, man šitaip atrodo dabar be plokerio. Pavasarį tik tai gavęs vieną dozę. Jo, ir po fokuso pasėta, su fokuso pasėta yra aviža ir žirniai. Aviža su žirniais atiduota 200 kg mišinio. Neįvardėjo kokio trašų ir 100 veiklios medžiagos azoto. Paklausiau, dėl ko to azoto tiek davė. Paaiškino, kad šitas laukas yra pirmi metai pas jį ir labai buvo nualintas laukas. Dėl to ir dėjo azoto, kad šioks toks būtų pelnas.